Итак, всем привет. Мы находимся на готовом объекте, новые котельники 6. Давайте посмотрим. Значит, объект у нас нашей командой укрыт, да, в пленку полностью. Пол у нас укрыт в крафт. Деревянные брусы у нас укрыты в пленку от потолка. Ну, это чтобы было совсем все козырно. Я прям пришел, взял ТЗ у монтажников. Ну, понятно, сметы нас не особо интересуют. Нас больше интересует сам проект. Проект у нас вот в таком вот виде. Понятно, размеры по люстрам, по трекам были от заказчицы. Вот, нас главное интересует вот это помещение, это коридор. Здесь мы находимся в кухне, здесь у нас будут светильники накладные. Здесь как раз у нас будет тот самый трек. Но это все мелочи. Самое интересное здесь помещение, наверное, это коридор. Давайте прямо вот я его вот так вот возьму. Вот мы видим вот этот вот белый брус, который установлен. Вот, значит, завтра там станет закладная, а вот эту часть коридора вот так вот прям бам-бам пронзят световые линии. Если не ошибаюсь, они будут на ленте Doomlight, да? Doomlight 16.7. Красавцы вообще. Комнаты у нас простые, просто люстра, просто гардина. Просто, но практично. Я не знаю, А1 и гардины ПК-5, это прям как-то вот прям бок о бок вот так вот. А, вот еще интересный момент, значит, здесь будут световые линии, соответственно, куда-то надо убирать блоки питания. Вот, я вижу, ребята начали прокидывать, и на сегодня у них уже рабочий день закончен, завтра они продолжат. Соответственно, блоки питания у нас будут убраны в ревизионный люк, и даже когда Doomlight сгорит, все равно это когда-то случится. Соответственно, для заказчика не будет никакой сложности открыть ревизионный люк и просто все это поменять. Так, ну и, собственно, еще одна спальня. Я вижу, ребята здесь даже люстру не вырезали. Видимо, они решили обойтись одной гардиной. В принципе, наверное, больше мне нечего вам рассказать. Давайте сейчас такой красивый переход замутим и готовый объект. Сегодня целый день просто.